Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, все ли меня видят и слышат хорошо? Вы можете написать свои комментарии в вкладке «Вопросы». Еще раз всех приветствую. Меня зовут Анна Шевчук. Я являюсь сотрудником круизного отдела компании «Слот Круиз и путешествия». В нашей компании я отвечаю за направление «Русские группы», за корпоративных заказчиков, за формирование продукта такого, как «Русские группы». И сегодня, в принципе, наш вебинар этому и будет посвящен. «Русские группы» от «Инфлот». Что это такое? Наша большая география русских групп от Европы до Австралии. Каждый из вас сегодня убедится, что бронировать русские группы – это выгодно, интересно и качественно. Уважаемые коллеги, в ходе нашего вебинара вы можете задавать вопросы. Моя коллега из круизного отдела, также Оксана, будет в течение презентации отвечать на текущие вопросы. И также по окончании вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы непосредственно мне именно в вкладке «Вопросы». Ну что, приступим? Пожалуйста, краткий план сегодняшнего вебинара. Сегодня мы с вами поговорим в первую очередь о хитах продаж 2017-2018 года. Обсудим, что же такое русскоязычный сервис в круизе, в чем разница все-таки между сопровождением в круизе и ассистентом на борту от круизной компании. С вами познакомимся с продуктом, который предоставляет русскоязычного ассистента на борту. А также сделаем акцент на таких регионах, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка, где Инфлот планирует в ближайшем будущем осуществить желание сделать русские группы. Сразу хотелось бы вам сказать, что наш круизный сайт cruisescanner.ru, сайт для профессионалов, для работников туристического бизнеса. Это у нас умная система онлайн-бронирования круизов. Может быть, для тех, кто не знает, для новичков делаю данное сообщение. Система онлайн, которая подразумевает собой наличие более 7 тысяч маршрутов одновременно, можно забронировать на нем. Полное описание дает четкое всего, что есть, это и круизные компании, и круизные лайнеры, и маршруты. Поддержка 24 часа 7 дней в неделю, интеграция данной круизной системы непосредственно на сайты ваших круизных ваших агентов. Поэтому это очень умная система онлайн-бронирования. И у нас, как вы видите, появился новый раздел по круизсканере на титульной странице, на главной странице. Это раздел «Русские группы». Вы видите, что он выделен вот таким красным квадратом RU50+. Это не 50+, это в плане не возраста, что можно отправлять только люди 50+, а это ассортимент, что в этом разделе мы предоставляем вам огромную линейку русских групп. Более 50 вариантов. Пожалуйста, ознакомьтесь, как это выглядит вообще на нашем сайте. Я понимаю, что это мелко здесь информация предоставлена. Минуточку. Информация предоставлена достаточно мелко, но для вас, чтобы вы ориентировались на сайте, когда вы заходите в данный раздел, всегда, когда к вам приходит турист с запросом, а мне бы русскую группу, а мне бы русские экскурсии, вы всегда можете зайти, посмотреть те группы, которые Инфлот гарантирует, те группы, которые Инфлот планирует и так далее. Сразу же хочется сказать несколько слов о различии планируемой и гарантированной группы в течение сезона на 2, на 3 уже года вперед, потому что вы знаете, глубина круизных продаж достаточно высокая. Инфлот выбирает определенное количество маршрутов, на наш взгляд, которые, скажем так, будут интересны вашим туристам, не только новичкам, но и постоянным гостям. И выбираем маршруты, запрашиваем эксклюзивные цены у круизных линий, мы выставляем их на наш сайт. Всегда вы можете видеть, что стоит пометка либо планируемая русская группа, либо гарантированная русская группа. Всегда стоит пометка о том, что цены эксклюзивного бронирования. Вот. И в процессе мы уже набираем группу. Как только у нас набирается определенное количество человек, Инфлот переводит эту группу из статуса планируемого в гарантированную. В тех датах, в тех лайнерах, которые мы изначально уверены, мы сразу же делаем гарантию русской группы. И что помогает достаточно быстро набрать необходимое количество человек на ту или иную дату.
Вот еще раз хочу вам показать, как выглядит на сайте этот список по русским группам. Всегда вы можете найти для себя что-то интересное. Переходя к вопросу все-таки русского сервиса на борту, хочется отметить, что на многих круизных компаниях, таких как компания Costa, NTL, компания Pullman Tour, заявлен русскоязычный ассистент на борту. На данном слайде вы видите различия все-таки между тем, что же собой представляет русскоязычный ассистент на борту круизных линий, которые только что перечислила, и когда происходит русская группа и непосредственно от компании Infot, когда на борту работает квалифицированный сопровождающий от компании Infot. Хочется более подробно сначала остановиться на функциях русскоязычного сервиса на борту, русскоязычного ассистента. Бытует такое мнение, что русскоязычный ассистент на борту должен заниматься российскими туристами, только российскими туристами. И когда ваши пассажиры, например, на лайнерах Costa, NTL и компании Pullman Tour попадают на борт и требуют к себе какого-то более детального, более тщательного отношения и внимания, они сталкиваются с тем, что русскоязычный ассистент на борту работает в определенные часы. Это связано с тем, что русскоязычный ассистент является международным хостесом, который работает с теми людьми, которые не говорят на языке круизной линии. Например, если это Коста, то все люди, которые не говорят на итальянском, а это у нас, соответственно, и испанцы, и англичане, и французы, они все под крылом вот этого русскоязычного ассистента. Как правило, это одна небольшая, одна хрупкая девушка, которая несет на себе функции как и ассистента, так и организации каких-то вещей на борту. Поэтому у многих гостей бывает недовольство о том, что на борту есть ассистент, но не всегда к нему можно попасть. Ассистент работает в определенные часы, он работает с иностранными пассажирами. Когда на борту набирается достаточно большая группа русских туристов, то ассистент делает объявление на русском языке по громкой связи, как правило, это в день посадки бывает объявление об учебной тревоге. Это, еще раз повторюсь, сотрудник не компании, которая предоставляет, да, где вы покупаете круиз, например, оператор Infot, это сотрудник именно круизной линии, круизной компании. Вот, также он переводит меню в ресторане на русский язык и занимается переводом ежедневной газеты на борту, которая каждый день издается с разной информацией, рассказывает вообще о жизни на борту. И очень важно, обратите внимание, приветственная встреча проводится в первый день точно так же русскоязычным ассистентом, но при наличии достаточно большого количества человек. То есть если на борту будет 2-4 русских пассажира, безусловно, для них приветственную встречу русскоязычный ассистент проводить не будет, а уже будет проводить встречи, скажем так, в частном характере. Частного характера. Соответственно, каждый день есть часы работы этого ассистента, они прописаны в программе дня, и туристы, если у них что-то случается на борту, вопросы, связанные с бытовой, бытом на борту и еще какие-то, они могут к нему обращаться. Это вот такие у нас с вами различия между ассистентом на борту и сопровождающим инфотом, которым мы сейчас становимся более подробно. Обратите, пожалуйста, внимание, что, на, как я уже сказала, на трех круизных линиях у нас класса стандарт у нас заявлен русскоязычный ассистент. Это лайнеры компании Costa. Вы видите, это и Диадема, и Фавалоза, и Фашиноза, Costa Mediterranea, Люминоза, Пасифика и Магика. Вот. Соответственно, на Norwegian Cruise Line, вы все, хотелось бы напомнить, да, вам, что с апреля текущего года компания Norwegian Cruise Line, американская круизная компания, начала работать на российском рынке по системе питания премиум, все включено. Это значит, что включены спиртные напитки, бутилированная вода и чаевые, что пользуется достаточно высоким спросом среди туристов, потому что в апреле месяце, как только вошла в продажу новая система, цены на продукт были достаточно высокие. Сейчас же компания Norwegian Cruise Line предлагает очень хорошие цены, исходя из того, что включен определенный набор услуг. На Norwegian Epic, например, это расширенный сервис, включен до октября месяца. Расширенный сервис подразумевает собой наличие ассистента на борту, перевод программы дня, приветственные встречи и русскоязычные экскурсии в случае набора группы.
Norwegian Star базовый сервис и Norwegian Spirit, который пользуется большим спросом среди российских туристов. Это маршруты в зимнем сезоне по Канарским островам. Здесь точно также представлен базовый сервис. Это значит перевод газеты, программы дня и часы работы в ресторане. Вот. Ну и хочется несколько слов сказать о компании Pullman Tour. Здесь два лайнера, на которых также представлен русскоязычный ассистент до конца текущего сезона, до ноября месяца. Это Monarch и лайнер Sovereign. Лайнер Monarch сейчас находится у нас, идет по норвежским фьордам. На борту работает очень неквалифицированный сотрудник. Мы здесь не познакомились на осмотре лайнеров. Человек, который знает всегда, о чем говорит, дает качественную, четкую информацию, и от туристов мы получаем крайне высокие отзывы. То же самое и на борту лайнера Sovereign. Работает замечательная девушка Моника уже много лет. Вот, и, соответственно, она также туристы оценивают ее сервис, ее услуги на борту на очень высоком уровне. Значит, еще раз, компания Costa, Norwegian и Pullman Tour предлагает наличие русскоязычного ассистента на борту на лайнерах, на некоторых круглый год, а на некоторых до конца европейского сезона. Эта информация важна, она всегда у нас есть на сайте в разделе «Русскоязычный сервис на борту». Даже если вы вдруг забудете эту информацию, всегда можете посмотреть в этом разделе. Ну и, конечно же, все маршруты при наличии русскоязычного ассистента у нас отмечены вот таким вот значком, который вы видите здесь на слайде. Переходим, пожалуйста, более детально к обязанностям сопровождающего и турлидера от компании «Инфлот». Как правило, это является у нас профессиональный сотрудник либо круизного отдела, либо приглашенный наш специалист Дина Абдулина, который уже с нами на протяжении последних, наверное, 8 лет сопровождает круизные группы, получает только самую высокую оценку от туристов. Мы в этом человеке очень уверены, в том числе, как и в своих сотрудниках. Значит, сервис представителя на борту, когда у нас идет русская группа, он достаточно широкий и расширенный. То есть, если туристы обращаются к вам и они хотят какой-то персонализированный сервис именно получить к себе, то, конечно же, смело можно выбирать русскую группу. Но прежде всего, это сотрудники, которые находятся 24 часа на связи на борту. Как правило, мы, когда попадаем на борт, у нас есть мобильные телефоны корабельные, которые доступны на звонки круглосуточно. Мы всегда в первый день круиза проводим большую качественную приветственную встречу, где вообще рассказываем о круизном лайнере, о быте на борту, где туристы могут питаться, где они, как они могут посещать вечернее шоу, ну, скажем, такие общие вопросы. Обязательно, если это сопровождающий на борту, очень важным моментом является организация русских групп, потому что многие туристы, выбирая определенный маршрут, для них этот фактор является основополагающим. Соответственно, экскурсии начинаются продаваться заранее, уже непосредственно при бронировании круиза. Когда вы можете бронировать круиз, вы можете бронировать экскурсии. На некоторые маршруты, которые заявлены сейчас на 2018 год, экскурсии уже в разработке, в скором времени будут добавлены на сайт. Вот, соответственно, русский сопровождающий, да, от компании «Инфлот» всегда переводит ежедневно программу дня, основную информацию, дает какие-то выдержки. Каждый вечер посещает гостей в ресторане, делится с ними важной информацией, собирает какие-то комментарии, какие-то недовольства, если в случае чего они являются. То есть всегда решается вопрос очень оперативно на борту. Соответственно, когда вы отправляете своих туристов непосредственно в гарантированную русскую группу с сопровождением в круизе от компании «Инфлот», вы всегда можете уверены, что вашим туристам будет всегда самый качественный и лояльный сервис. Потому что действительно, когда, например, экскурсии в портах захода, наш сопровождающий всегда по головам всех просчитает в автобусе, чтобы, не дай бог, кого-то не забыли, ответить на все вопросы по порту и так далее. Единственное, о чем вам нужно предупреждать своих туристов, которые достаточно взыскательные и требовательные, что все-таки русскоязычный сопровождающий от «Инфлота» на борту не является личным гидом,
и не несет, скажем так, такую нагрузку, как перевод какой-то, постоянное нахождение с туристом с определенным на борту, перевод для него какой-то информации. То есть это не личный помощник, помощник не личный ассистент. Это тоже очень важно, нужно отмечать и предупреждать. Надеюсь, по функциям сопровождения на борту вы достаточно получили достаточно информации. Переходим, пожалуйста, к следующему файлу. Вот, давайте начнем все-таки, что же у нас в ближайшем времени из хитов, да, на продаже, что, чем хочется с вами поделиться. Конечно же, это круиз Ретро FM. Сейчас во всех средствах массовой информации и радиостанция Ретро FM, а также федеральные каналы ведет очень такая яркая, агрессивная реклама непосредственно этого круиза. Круиз на лайнере Freedom of the Seas с отправлением 24 сентября из Барселоны. У нас в наличии остались 4 балкона, последние каюты. У ваших туристов есть шанс купить продукт по специальной цене, которую предлагал Инфо в течение всего сезона. На борту будут заявлены 4 звезды, каждый вечер будут концерты, мероприятия, вечеринки ретро-ФМ с диджеями радиостанции. То есть так это большое мероприятие, на борту уже 200 русских туристов. Достаточно большая группа. Конечно же, это экскурсии в портах захода. В некоторых портах уже несколько автобусов забронированы. Экскурсии все полноценные, полнодневные, 8-часовые, насыщенные. Вот, поэтому для тех туристов, которые хотят посетить Средиземное море, средиземноморский маршрут, достаточно комфортный период, когда будет бархатный сезон, когда не будет дикой жары, пожалуйста, всегда можете ориентироваться. Это Freedom of the Seas, 24 сентября, круиз Ретро FM. В наличии еще осталось небольшое количество кают. На борту также будут присутствовать два русскоязычных сопровождающих от компании InFlot, которые будут давать полную ассистенцию вашим туристам, поэтому бронировать этот маршрут очень выгодно в плане цены, и вы получаете еще гарантированную группу. Вот. А для тех, кто хочет попасть в круиз все-таки на лайнерах круизной компании Royal Caribbean, хочется вам всем напомнить, что у нас до 31 декабря действует программа лояльности. Когда вы бронируете круизы, получаете баллы за круизные ночи, копите эти баллы и в конечном итоге обмениваете их на полноценный круиз для себя, для своих коллег, для семьи и так далее. Это на самом деле все реально. Уже несколько агентов у нас накопило достаточное количество баллов для осуществление своей мечты и похода и непосредственно в круиз на Royal Caribbean. Вот, поэтому дерзайте, до 31 декабря еще есть время. Поэтому вот хотелось бы напомнить вам еще раз об этой замечательной акции, которую предлагает компания Inflot. Давайте теперь перейдем к Новый год не за горами, как уже говорится, да, скоро Новый год, и то, что мы предлагаем, ассортимент на новогодние праздники достаточно широкий, для, как и для взыскательного путешественника, так и для путешественника, который для себя выбирает какой-то более экономичный вид отдыха и регион. Вот. Хочется более детально остановиться на нескольких маршрутах. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Новогодний Индийский океан. На самом деле это маршрут хит вообще продаж не только этого года, но и предыдущего. Это замечательный маршрут, который отправляется с 30 декабря на лайнере Costa Neo Classica. Это небольшой лайнер, очень уютный, очень компактный. Как я уже говорила, у компании InFlot взят блок кают с эксклюзивными ценами. Вы видите, да, что на 14-ночный маршрут с отправлением из Мале, Мальдивских островов, осталось небольшое количество кают, стоимость от 1000 евро на одного человека на двухнедельный маршрут. Стоимость авиаперелета, сразу же скажу на вскидку, от 75 тысяч до Мале, летают прямые рейсы аэрофлота, можно брать какие-то перелеты с пересадками, как на арабских авиалиниях, такие как Этихад и Эмирейтс. Вот. Чем замечателен этот маршрут? Маршрут замечателен тем, что у ваших туристов есть возможность посетить Мале, посетить Мальдивские острова, одни из самых знаменитых островов, которые
несут себе пляжный отдых. Можно развить этот маршрут на сегменты, можно взять недельные маршруты, например, Мале-Мале по 7 ночей. Вот круизная компания бесплатно предоставляет трансфер из аэропорта до Мале, он уже заложен в стоимость. Вот, и это все-таки для нас в первую очередь, мы говорим своим туристам, если вы хотите посмотреть Индию, а Индия действительно достойна посещения и достойна внимания каждого туриста, но не все туристы хотят ехать в Индию, как брать полноценный тур экскурсионный, да, потому что, вы сами знаете, страна очень бедная, много очень грязи и антисанитарии, и самый удобный способ, на мой взгляд, это как раз пойти в круиз непосредственно на круизном судне, посмотреть Индию непосредственно на круизном судне. То есть, например, для тех людей, вот видите, длительная стоянка в Мумбаи. Многие у нас туристы в прошлом году брали полноценные двухдневные экскурсии в Дели и смотрели Тадж-Махал. Вот, соответственно, после окончания экскурсии вы возвращаетесь уже из не очень чистых, скажем так, мягко говоря, улиц на свой белоснежный лайнер-красавчик, где уже вам организован всегда вкусный ужин, всегда уже организованы вечерние мероприятия на борту, поэтому это очень достойный вариант. Еще раз обращаю ваше внимание, что стоимость крайне привлекательная, от 1000 евро на одного человека во внутренней каюте за 14-ночный маршрут. Вот. На сам Новый год, после новогодних праздников, потому что мы все-таки понимаем, что для российского туриста встретить Новый год все-таки в России, в кругу семьи, это очень значимо, и многие так и делают, и отправляются в путешествие уже в новогодние праздники, благо их нам пока не сократили, да, в этом году до 9 января включительно у нас новогодние каникулы. Компания InFlot предлагает два маршрута, это две гарантированные русские группы, обе группы с 5 января. Обратите, пожалуйста, внимание. Первый маршрут, на котором хотелось бы остановиться, это маршрут Коста Медитеррания. Лайнер с отправлением из Дубая. Это 8-дневный маршрут. Стоимость тоже крайне экономична. Это, скажем так, маршрут для экономичного путешественника, да, который не хочет далеко лететь. Авиаперелет также предлагается от компании Аэрофлот. У Инфлота есть выкупленный блок авиабилетов по эксклюзивной стоимости. То есть на январские праздники стоимость билетов крайне привлекательна. Вы видите, от 530 евро за билет. Плюс стартовая цена за каюту с окном 739 евро на одного человека. То есть у вас пакет на человека выходит в среднем 1200, это недельный круиз с перелетом на одного человека, посещает и Оман, и Абу-Даби, замечательный маршрут. На борту присутствует русскоязычный ассистент в том числе, и будет сопровождение от компании «Флот», предлагаться будут русские экскурсии обязательно в каждом порту захода. Вот. И следующий маршрут, на котором хочется остановиться более подробно, это маршрут по Юго-Восточной Азии, также с отправлением 5 января на замечательном лайнере Mariner of the Seas круизной компании американской Royal Caribbean. Соответственно, порт посадки из Сингапура, и компания InFlot разработала пакет дополнительного обслуживания для данного маршрута. На нем мы сейчас познакомимся с ним более детально. Вы видите пакет наземного обслуживания, который предлагает компания InFlot. Это перелет на турецких авиалиниях до 3 января. Мы берем одну ночь в отеле 5 звезд Marina Mandarin в Сингапуре, в Marina Bay. Соответственно, далее у нас включена стоимость и трансфера, и обзорная экскурсия по Сингапуру. По окончании круиза также у нас включена стоимость посещения зоопарка, даем свободное время людям познакомиться с Сингапуром, сделать шопинг, отвозим их в аэропорт, предоставляем им услугу бизнес-зала, где они смогут немного в себя прийти, принять душ, отдохнуть перед рейсом и уже вылетать обратно в Москву, опять-таки турецкими авиалиниями со стыковкой в Стамбуле. Хочется отметить высокий уровень обслуживания на борту турецких авиалиний. И стоимость такого пакета 1350 долларов на одного человека. Эта стоимость включена в то, что я уже сейчас перечислила.
На самом деле покупать этот круиз очень выгодно, потому что сейчас на новогодние праздники, постновогодние праздники, только лишь один билет до Сингапура стоит в пределах $1000, цены выросли, а, соответственно, инфот заблаговременно взял большой блок мест на авиаперевозку, и мы теперь имеем возможность предложить нашим дорогим туристам, вашим гостям уникальную возможность осуществить вот такой тур, недельный круиз на Mariner Overseas с посещением Малайзии и Пхукета с белоснежными пляжами, полюбоваться туристическим Сингапуром, совместить все это и еще забронировать пакет доп. Обслуживания. То есть вам особо придумывать ничего не нужно, вы бронируете каюту, бронируете пакет, и у вас полноценный тур готов, вуаля. Вот. Соответственно, для тех, кто по каким-то причинам не может пойти именно по Юго-Восточной Азии, по замечательному маршруту, именно в постновогодние праздники, может быть, кто-то уже забронировал отдых, у кого-то другие планы, у кого-то не строят какие-то другие критерии, мы предлагаем маршрут этот же самый с 22 марта. Также на лайнере Mariner Overseas у нас эксклюзивные тарифы. Обратите, пожалуйста, внимание, что стоимость начинается от $672. Это уже со всеми сборами, кроме чаевых. То есть, посмотрите, пожалуйста, недельный маршрут с заходом на белоснежные пляжи Таиланда и Малайзии всего лишь $672 со сборами. В прошлом году в этот период времени у нас состоялся большой рекламный тур. Инфот вывозил своих любимых агентов именно по этому маршруту. Отзывы о лайнере и о маршруте крайне высокие. Всем понравилось данное путешествие. Все отмечают высокую организацию питания и обслуживание на борту. Ну и сам маршрут. Мы получили много положительных отзывов среди агентов, поэтому, скажем так, этот маршрут теперь пользуется большим спросом среди наших туристов, наших агентов. Это как некий, скажем, хит продаж. Вот пока что это планируемая русская группа, но как только у нас будет большое количество человек, мы сразу же переведем эту группу в статус гарантированный, поэтому вот в том разделе на сайте, где я вам показывала, да, русские группы, всегда будет меняться статус, соответственно, и будут меняться ярлычки непосредственно на заезде. Еще раз напоминаю, круиз недельный из Сингапура на белоснежном 17-палубном лайнере Mariner Overseas, у которого есть 120-метровый атриум, королевский променад, огромная водная зона с аквапарком и с бассейнами, с джакузи. Вот, всего лишь за $672 на одного человека. Поэтому дерзайте, предлагайте своим туристам действительно выгодное предложение. Вот. И, конечно же, плавно мы уже от зимы и весны переходим с вами к концу весны, да, к нашим любимым майским праздникам, которые мы все так ждем. Мы ждем рождественские каникулы, ждем майских праздников. Вот. И в майские праздники компания Инфлот предлагает замечательный маршрут, замечательный продукт – норвежские фьорды. Многие из вас, наверное, пытаются со мной сейчас поспорить, что для норвежских фьордов начало мая – это не совсем сезон, не совсем комфортный период путешествия. Но вам хочу сказать, что Инфлот уже неоднократно делал группу именно непосредственно на норвежские фьорды в начале мая месяца. Да, погода не самая теплая, нет такой теплой погоды, как в июле и в августе, но погода очень комфортная. И исходя из того, что это не самый сезон, нет такого огромного количества пассажиров на самом маршруте в портах, да, потому что городки, когда заходит лайнер, они достаточно небольшие, можно избежать обилия очередей огромных, ну и, конечно же, стоимость. Потому что все знаете, что в самый сезон фьорды всегда стоят очень дорого. Вот, а мы на маршрут с управлением из Копенгагена 6 мая предлагаем эксклюзивные тарифы. И, пожалуйста, посмотрите, стоимость также во внутренней каюте $1000 на одного человека со всеми сборами, кроме чаевых. Вот, как я уже сказала, посадка очень удобна в Копенгагене. До Копенгагена мы планируем осуществлять прямыми рейсами перевозку авиакомпании «Аэрофлот». В ближайшие дни, вот уже в ближайший месяц, будет создан пакет доп. Обслуживания. Мы планируем перевозку «Аэрофлотом», одна ночь в Копенгагене 4 звезды, сделать обзорную экскурсию, отвезти людей на трансфер.
И, соответственно, на обратном пути точно так же доставить их в аэропорт. То есть, опять-таки, выбрав этот маршрут для своих туристов, предложив им, вы можете забронировать как и круиз, и дополнительный пакет, то есть без большого поиска каких-то дополнительных услуг. Это наша рекомендация от Инфлота. Планер Серенада Увесис достаточно качественный. Это, конечно же, не самый новый и инновационный лайнер в охоте Royal Caribbean, но он пользуется большим спросом среди российского туриста. Лайнер небольшой, очень уютный, компактный. Система питания и уровень сервиса на очень высоком уровне. Поэтому, пожалуйста, можете смело предлагать еще раз. 6 мая, норвежские фьорды, лайнер Серенада Увесис. Пока что это планируемая русская группа. Мы думаем, что спрос есть, и в скором времени она уже превратится в гарантированную услугу. Следите за обновлениями. Ну и говоря, плавно переходя уже к сезону следующего года, да, к летнему сезону следующего года, хочется много говорить, хочется кричать, да, о нашей новой сенсации. Это все-таки лайнер Symphony of the Seas, это новый лайнер компании Royal Caribbean, который будет спущен на воду в апреле 2018 года. На данный момент Harmony of the Seas является самым большим и инновационным лайнером в мире. Вы все, наверное, помните, да, наши дорогие коллеги и агенты, что в прошлом году Harmony действительно наделал очень много шума, когда спустился корабль, и он был в Средиземном море первый сезон. Действительно, все даже те люди, которые были далеки от круизного отдыха и от круизного бизнеса вообще в целом, они знали, что есть такой лайнер, как они все назвали, «Гармония морей». Теперь это у нас «Симфония морей», да, «Symphony of the Seas». Поэтому это опять-таки Royal Caribbean нам приготовил с вами большую сенсацию. Это тот продукт, который всегда будет пользоваться спросом у ваших туристов. Вот. И, соответственно, Инфлот уже полгода назад взял огромное количество кают на определенные даты. Сейчас мы с вами об этом поговорим более подробно, чтобы у вас, дорогие коллеги, была всегда возможность предложить своим туристам каюты по самой выгодной стоимости на рынке. Потому что мы для себя делаем очень большую ставку на данный продукт, на данный лайнер в следующем году. Все-таки это действительно то, что всегда будет пользоваться большим спросом. Вот, Symphony of the Seas, хочется вас акцентировать ваше внимание на гарантированной русской группе, которая будет в майские праздники. Это 9-дневный маршрут с отправлением из Барселоны, скажем так, классика Средиземного моря. На борту будет присутствовать русский сопровождающий от компании Инфлот. Будет экскурсия на русском языке. Сейчас уже эта дата активно очень бронируется. У Инфлота, опять повторюсь, эксклюзивные тарифы, которые сейчас недоступны в системе бронирования. Да? Вот. И минимальный старт идет от $1250 на одного человека во внутренней каюте. Вот, хочется сказать, что Symphony на самом деле поражается не и размерами, он делится на 7 тематических зон, это все-таки и центральный парк на борту, это и огромная зона акватеатра, где ежевечерне проходит шоу, это и знаменитая аллея Королевский променад и аллея Бордвок. То есть действительно стоит один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому и вас, дорогие агенты, приглашаем, и ваших туристов приглашаем все-таки отправиться однажды в круиз на лайнере Symphony of the Seas. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на следующие даты, которые освещены на этом слайде. Это те даты, где Инфлот взял блоки кают по эксклюзивным ценам. Июнь – это 17 июня. Три даты в июле – 1, 15 и 29. Также это в августе 12 и 19. И сентябрь – бархатный сезон. Также три даты – 2, 9 и 23 сентября. Повторюсь, у Инфлота эксклюзивные тарифы, которые недоступны сейчас на рынке и в общей продаже. Поэтому пока эти группы все в статусе планируемых, но как только мы получаем достаточное количество человек на определенную дату, мы сразу же группу переводим в гарантируемую.
Пожалуйста, следите за объявлением. Хочется, кстати, отметить, что на сентябрь месяц уже очень активно идут продажи именно Symphony of the Seas. Вот, потому что стоимость кают одна из самых минимальных во всем сезоне и, соответственно, бархатный сезон. Поэтому не упустите, пожалуйста, возможность предложить своим туристам уникальный продукт на лайнере Symphony of the Seas. Говоря о следующем летнем сезоне, хочется более детально также отметить и хиты продаж, которые всегда уже на протяжении последних 4 лет. Это круизы из Санкт-Петербурга на борту круизного лайнера «Коста». Это недельные маршруты, шестиночные маршруты, 7-дневные маршруты с управлениями Санкт-Петербурга, с посещением Стокгольма, Хельсинки и Таллина. На борту присутствует русскоязычный ассистент. Вот, минимальная стоимость круиза крайне привлекательна в данный момент. Это от 450 евро за каюту уже с портовым сбором. То есть это на самом деле очень замечательное и заманчивое предложение для ваших клиентов, потому что перелет до Санкт-Петербурга, в принципе, что из Москвы, что из регионов, достаточно экономичный. Можно взять вообще, могу уехать поездом. То есть ваши туристы экономят достаточно приличную сумму именно на авиаперелете. Как я уже сказала, на борту присутствует русскоязычный ассистент. Значит, дети до 18 лет бесплатно. И хочется отметить, что лайнер «Коста Мальфика» входит в четверку золотых лайнеров компании «Коста». В двух словах напомню для тех, кто... может быть, не знает или по каким-то причинам забыл, что такое золотые лайнеры компании «Коста». Это 4 лайнера – «Мавика», «Диадема», «Медитеране» и «Люминоза». Все лайнеры стоят в разном регионе и на борту предоставляют расширенный русскоязычный сервис для русского туриста. Это русскоязычный канал, это анимация. На некоторых лайнерах даже есть русские аниматоры в детских клубах. Это перевод программы дня имени на русский язык. И будут предлагаться экскурсии на русском языке. Обязательно экскурсии, которые будут предлагаться на борту вашим туристам. То есть предлагает этот лайнер, вы можете знать, что несмотря на то, что здесь не заявлена русская группа от Инфлота, есть возможность получить расширенный сервис и также получить 1 или 2 экскурсии на русском языке. Это очень важно и интересно. Поэтому бронирование уже открыто на следующий сезон круиза Санкт-Петербурга. Обращу ваше внимание, до 30 сентября действует акция «Бонус плюс 3% комиссии к вашей текущей комиссии». Это на самом деле тоже очень приятно. Поэтому рассматривайте этот вариант при подборе тура для своих туристов на сезон следующего года. Ну и теперь давайте поговорим все-таки о каких-то других направлениях, нестандартных направлениях, которые делает компания «Флот Круизы Путешествия». Да? Вот мы в этом году решили, исходя из того, что на основании спроса, скажем так, наших туристов, наших постоянных клиентов, частных туристов, потому что все-таки все знают, что круизники – это такие люди посвященные и люди преданные, все-таки, на мой взгляд. Потому что однажды человек, когда отправляется в круиз, все-таки для него исключается либо любовь с первого взгляда в круиз, либо все-таки по каким-то причинам он, как сказать, ему не понравится в круизе, и он не будет больше путешествовать. Но все-таки хочется отметить, что большинство туристов, а их, наверное, 90%, я точно цифру не скажу, это возвратные туристы, которые влюбляются в круизный отдых. И, конечно же, осуществив маршруты по Средиземному морю, в Азию остаются неизведанными маршруты в более дальние регионы, такие как, например, Австралия, Новая Зеландия. И мы в этом году в Инфлоте наблюдаем какой-то у нас некий прямо бум и спрос именно от наших туристов, от наших постоянных клиентов и агентов на именно этот регион. И на основании этого был проанализирован спрос, на основании этого мы предлагаем группу на ноябрь 2018 года. Не 2017 года текущий ноябрь, а 2018 года. Объясню, почему так далеко, потому что необходимо
собрать группу на русские экскурсии, дать людям время определиться. Это круиз будет со 2 ноября 2018 года на замечательном лайнере Ovation of the Seas, круизной компании Royal Caribbean. Это один из самых новых, также и инновационных лайнеров компании Royal Caribbean. Он не такого большого размера, как лайнеры класса Oasis, но мы называем эти лайнеры умными кораблями. Да? То есть здесь немножко другая концепция. Здесь все автоматизировано, сделано больше на упор на IT-технологии. И все туристы, которые возвращаются непосредственно с лайнеров класса Quantum, которым принадлежит лайнер класса, лайнер Ovation of the Seas, отмечают отмечают замечательные стороны этого лайнера. Маршрут начнется из Сиднея, да, вы все знаете, что если уж поехать в Австралию, то, безусловно, нужно посетить Сидней, потому что это замечательный город, один из самых крупных городов в Австралии. Соответственно, далее по маршруту будет Дунедин, тоже город, который австралийский, который подразумевает и предлагает большое количество архитектурных зданий, много дворцов, парков. Вот. Обязательный заход будет на город, на остров местность Таранга. Это вообще замечательная местность, где скалы с зеленым мхом, где есть гейзеры, где есть горячие источники. Скажем, такое место, знаете, из фильмов, как вот «Властелин колец», да, кстати, Веллингтон, куда заходит лайнер, как раз и снимался «Властелин колец», поэтому у всех картинка поменялась, да? В Веллингтоне как раз и снимался «Властелин колец», поэтому даже предлагают экскурсионные маршруты непосредственно по этому маршруту. И, конечно же, новозеландские большие городки с замечательной природой, зелеными лугами и белыми овечками. И заход в Окленд, потрясающий город Новой Зеландии, который является современным городом, столицей. Вот. На борту мы сейчас пока планируем русскую группу, планируем русскоязычного сопровождающего, но экскурсии уже будем предлагать в ближайшем времени. Даже если вдруг по каким-то причинам у нас не будет возможности отправить сопровождение, мы будем делать русские экскурсии. Вот, поэтому имейте в виду, если у вас ваших туристов поступают запросы на Австралию, Новую Зеландию, имейте в виду, держите в голове эту дату 2 ноября 2018 года. Так, сейчас минуточку. Вот. И, соответственно, еще один регион, который пользуется большим спросом среди наших российских туристов, это Южная Америка, но не Южная Америка не в плане посещения Бразилии, а в плане именно посещения и Чили, и Бразилии, и Аргентины, и заходом в мыс Борн. Вот. Маршруты эти достаточно сезонные, в течение всего круиза они, в течение всего круизного сезона они достаточно редкие, поэтому вот мы пока ориентировочно спланировали нашу группу на 6 января 2019 года, да, через 2 года вперед, чтобы была возможность также собрать качественные, сделать экскурсию группу, поэтому обратите внимание, Celebrity Eclipse, замечательный лайнер круизной компании Celebrity, лайнер премиум класс, лайнер новый, современный. Вот стоимость от 2345 долларов на одного человека со всеми сборами. Но поверьте мне, на 15-ночный маршрут непосредственно с заходом на мыс Борн с направлением из Вальпараисо эта стоимость крайне привлекательная. Вот. Теперь давайте мы с вами поговорим все-таки, что же нового предлагает Инфлот, помимо того, что я уже осветила какие-то маршруты постоянные, да, как маршрут по Средиземному морю, круиз Санкт-Петербурга, отдала анонс маршрутов, которые мы планируем сделать нестандартного характера, это Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка. Поговорим, что же все-таки нового мы можем вам предложить в текущем сезоне, в следующем сезоне. И из линейки продуктов. Ну, безусловно, это Symphony of the Seas, как я уже говорила ранее. И это новый лайнер компании Celebrity, совершенно новый лайнер, совершенно новая концепция отдыха Celebrity Edge. Наверное, многие из вас, кто был уже на наших мероприятиях, на фестивале круизов, на презентации, вы смогли познакомиться
с этим просто чудом кораблестроения, потому что действительно Celebrity Edge стирает все границы современного представления о круизном лайнере в целом. И чтобы не быть голословной, хочется вам предложить небольшое видео, чтобы вы посмотрели по Celebrity Edge. Минуточку. Так, небольшая заминка. Так, минуточку, пожалуйста, коллеги. Так, слетело у меня видео, но я вам постараюсь показать видео в конце. К сожалению, видео почему-то слетело. Но я вам, безусловно, его покажу в конце. И на 6 января лайнер новый. Планируется спуск на воду в декабре 2018 года. Кажется, совсем еще далеко, но на самом деле это уже практически через год. Вот. И уже Интфлот на 6 января 2019 года запланировала русскую группу. Лайнер будет приписан к Соединенным Штатам Америки, будет стоять в том регионе, выполнять недельные маршруты из Форт Лодердейла, из Флориды, с заходом на Key-West, Кусмель, Мексика и Гранд-Кайман. Вот, это будет однозначно хит сезона, потому что уже у Интфлота есть бронирование, несмотря на то, что лайнер еще не сошел на воду, у Интфлота уже есть большое количество бронирований. Вот, давайте посмотрим более детально, что же все-таки собой будет подразумевать это чудо кораблестроения. Хочется вам показать, что это будет совершенно новая революционная планировка кают. Вот, как я уже сказала, Celebrity Edge стирает границы. И действительно, не будет границ в каюте между самой каютой и выходом на балкон. Вы видите, да, на верхней картинке, что будет дверь, которая будет выезжать, ее можно будет закрывать. И вот, соответственно, вы можете будучи в каюте, всегда любоваться морем и чувствовать себя, как будто вы находитесь в открытом море. Вот так на картинке внизу будут выглядеть балконы с внешней стороны, да, нестандартные, привычные нам балконы с лежаками и со стульчиками, когда мы выходим на борт, когда мы смотрим. Вот, совершенно новое решение, совершенно новинка для круизного рынка. И также будут представлены огромные виллы, вот вы да, небольшую схему перед своими глазами. Вот так будут выглядеть большие виллы с собственным джакузи и собственным бассейном. Из отличительных черт, что будет введено именно на этом лайнере, это будет замечательный парк, Rooftop Garden. Все-таки Celebrity понимают, да, в одном холдинге Royal Caribbean, они понимают, что центральный парк на борту на лайнеров класса Oasis используется просто сумасшедшим спросом и вниманием туристов. И, соответственно, Celebrity тоже решили сделать свой парк, не центральный парк, как на классе Oasis, а сделали свой парк Rooftop Garden. Вот, он будет замечательный в том плане, что днем он будет работать как парк, вечером он будет работать как ресторан. Вот. И обратите внимание на внизу передвижная платформа, которая будет называться Magic Carpet, как мы ее называем, ковер-самолет. Да? Эта платформа будет курсировать по всей высоте лайнера. На определенных палубах на этой платформе можно будет делать высадку. На какой-то палубе, на верхней палубе эта платформа будет работать как ресторан. Вот, это тоже новое совершенно решение, такого нигде нет. Это будет на лайнере Celebrity Edge, поэтому следите за анонсами. Очень хочется показать это видео, надеюсь, я вам покажу. Вот. Помимо того, что я сегодня озвучила и осветила в ходе своей презентации, как по ряду маршрутов, по линейке маршрутов и лайнеров, хочется вам сказать, что самая полнота всех круизных предложений всегда есть на нашем сайте для профессионалов в умной системе онлайн-бронирования CruiseScanner. Для тех агентов, кто работает в круизном сканере, вы, наверное, в нем новинку знаете, как еще раз говорю, что на протяжении всего бронирования у вас есть качественные и комментарии экспертов, и подсказки. Всегда можете позвонить в круизный отдел, сотрудники вам помогут забронировать, дадут комментарии и так далее. Поэтому
Пользуйтесь, пожалуйста, круиз-сканером. Вот. Теперь хочется прийти к обучению с инфлотом. Инфлот на самом деле очень много, скажем так, уделяет времени и вкладывает в обучение наших любимых агентов. И, соответственно, для тех из вас, кто не бронирует в круиз-сканере, у нас есть замечательная академия круизов, куда вы вступаете, слушайте наши вебинары и получаете бонусную комиссию именно за бронирование в круиз-сканере. То есть за первые 10 бронирований вы получаете по 10 рублей, то есть $10 или 10 евро. А потом уже далее при наборе определенного количества бронирований ваш бонус составляет 50 и 100 евро соответственно. Поэтому регистрируйтесь в круиз-сканере, добавляйтесь в Академию круизов, бронируйте онлайн и получайте приятные бонусы. Также хочется отметить, что мы всегда очень лояльно относимся к нашим... Вот и видео включилось, извините, оно включилось. Нет меня. Зависит. Так. Не выключилось. Так, давайте перейдем к презентации. Простите, какие-то технические сборы у нас сегодня. Вот, также хотелось бы сказать, что мы очень лояльно относимся к своим клиентам, всегда ценим их усилия, да, мы всегда знаем, что найти отзывчивого туриста, которому можно предложить круизный продукт, не всегда легко. Вот, и поэтому мы всегда радуемся каждому вашему бронированию и разработали такую некую шкалу по повышенной комиссии, да, чтобы не оставлять все ваши усилия без внимания. Вы видите, что при продаже определенного количества кают у нас есть возрастающая комиссия, поэтому всегда можете дойти до максимальной комиссии 15%. Это всегда мы приветствуем. Вот. И хочется сказать, что на круиз-сканере есть раздел «Круизная академия» для тех пользователей, которые авторизированы, обучение с инфлот, где вы всегда можете найти семинары, вебинары, онлайн-эфиры, всегда в записи, всегда можете найти расписание как текущих мероприятий, всегда можете найти расписание семинаров у нас в офисе. На самом деле агент любит к нам приходить в офис в Москве на семинары, мы всегда угостим вкусным кофе с вкусным печеньем, да, пообщаемся в неформальной обстановке, все задают много вопросов, всегда в спорах рождается какая-то истина, вот, и еще раз обращаю внимание, что непосредственно на то, что в этом разделе выложено расписание семинаров и вебинаров, у нас также есть в записи все, и онлайн-эфиры, и вебинары, поэтому пользуйтесь всегда этим разделом. Он всегда может здесь найти какую-то полезную информацию. Вот. Хочется обратить ваше внимание на ближайшие вебинары, которые будут от компании Инфлот. Посмотрите, пожалуйста, это сентябрь месяц. И вебинар будет посвящен Symphony of the Seas. Будет большой замечательный вебинар, где более подробно будет рассказано об этом чудо-корабле и презентация по кости, и по продукту. Поэтому регистрируйтесь, принимайте участие. Вот. Хочется поблагодарить каждого за внимание, что вы нашли время сегодня присоединились к нам на наш вебинар. Посмотрим сейчас на ваши вопросы. Коллега моя Оксана, думаю, что вам ответила. Сейчас все-таки я постараюсь включить вам видео, если оно будет работать. Если нет, то тогда всегда имейте в виду, что на нашем сайте в описании лайнеров информация всегда очень актуальна, и там представлены все видео, которые можно посмотреть. Если сейчас у нас с вами не получится, то тогда можно будет зайти на наш сайт и посмотреть это видео там.
Коллеги, надеюсь, это чудо-лайнер вдохновит вас на новое открытие, на новые продажи. Еще раз всем хорошего дня желаю. Большое спасибо, что присоединились к нам на мероприятии. Со всеми прощаюсь. Всем всего доброго. До свидания.